Ролик будет бэкстейджем. Мы отдадим тачку уже владельцу и выпустим этот ролик о том, как оно было изнутри. Все вот это говнецо прохавать и съесть. Тебе не страшно давать чужому мужику? Чего? Так я же к этому шел, значит, не страшно. Да? Да. Поедем закупать краску. Все решено! Вы что, издеваетесь просто? Расскажи самую ржачную историю за эти три месяца, пока у тебя не было машины. Да интересная техническая часть, как его? Первое. Он меня задолбал. Он сидит вот здесь. Я просто его ненавижу. С ним все было что-то как-то не так. У всех что-то не получалось. Салоны подвели. У маляров там форс-мажорные обстоятельства, которые я не могу говорить вслух, но они были реально обстоятельствами. И все вот на тебя пачка грязи. Мало того, что владелец там психует, тоже понятно, где моя машина, его понять можно, так еще и просто вы пишете иногда грязь насчет эту тему, что я-то этот бус уже там распилил, продал, и там тысячу всего. И знаете, что самое интересное? Вот все, он уже готов, у меня лежит тут салон, и я еду на химчистку, чтобы его почистить и послезавтра отдать, да? А он взял и заглох по центру Минска. Просто заглох, и все, и не едет. И вот фиг простый, что с ним? Я даже без понятия. Короче, вывод следующий. ВАК говно. ВАК нормальной тачки. Просто без оснований. Просто. Даже не спрашивайте почему. Просто ВАК говно и все. Это моя точка зрения, и я не призываю вас верить в нее. А второе. Тачка на прокачку — это такое геморное. И я думал, что я потяну, но... Надо признать, я слишком маленький для этого проекта. Я слишком маленький пока. Мне надо еще расти, потому что у меня нету такой медийной силы и финансовой силы, чтобы это потянуть. Для меня реально это было супер убыточное занятие. Я потерял кучу бабла, кучу энергии, кучу нервов. И я сам не рад, что в это все ввязался. Так что... Надеюсь, все закончится без скандалов. Я дам, и все будут счастливы. Но еще раз в такую движуху я впишусь... В лучшем случае через год, не раньше. Так что вы извините меня, конечно, но... А еще вот, блин, стопудово сейчас начнутся в комментариях о том, что вот мы отдали тачку, как мы прокачали. Тут плохо, это нехорошо, это не то. Я не удивлюсь, что сейчас начнутся еще мелкие блогеры, которые меньше, чем я, пойдут снимать эту машину и начнут обсирать еще говном, понимаешь? И это тоже будет стопудово. Так что... Ладно, это просто монолог. Монолог о том, как меня задолбало вот этот проект. Но я, наверное, все высказался. Я еще не знаю, понравится владельцу или не понравится. Но если не понравится еще владельцу, будет последний гвоздь просто вот, ну, в крышку гроба. Надеюсь, хотя бы он будет счастлив. Это компенсирует, конечно, все эти проблемы. Минуту удели мне, пообщайся со мной минуту. Короче, вопрос. Вернее, просьба. Ситуация. Я стою в центре города на Т5, и он заглох. Я его сейчас отправляю на эвакуаторе к тебе на СТО, но дело в том, что мне его нужно отдавать через 2 дня, а ему надо делать еще химчистку. Мы можем его завтра сделать до 10 утра? Кого? Кто заглох? Т5. А че он заглох? А хрен его знает. Я ехал, он сначала пару раз дернулся, потом он заглох, я его пытался завести, он сразу 15-го завелся, я еще проехал 50 метров, и он снова заглох, у меня же аккумулятор сел и все. Может быть, очень похоже, что закончилось топливо. Но стрелка показывает, что солярка есть в баке. Я надеюсь на то, что там просто датчик врет. Очень надеюсь. Какая солярка? На моем Т5? Т5, Т5. Бус, Вова. Фургон. Тачка на прокачку. Понял. Тащи, я что-то придумал. Твои парни могут сегодня хотя бы взглянуть и определить, ну, что у нас может быть? Набери сейчас Катю. Я Кате уже позвонил. Я Кате позвонил, Катя уже ждет. Через минут 30-40 бус будет у тебя на СТО. Я уже эвакуатор сейчас Давай. Подъедет. Хорошо. Давай. Отогнал его на Дуберман сервис. Сейчас вот заходим в бокс. Что там пацаны скажут, что с нашим бусом? Здорово. Здорово. Вовка здесь? Не знаю. А где он? Ты в офисе был? Нет.
конфетку делаешь, да? Ага, конечно. Это конфетка с меня делает конфетку. Здорово. Здорово. Без шуток, пожалуйста. Если ты это самое, не отдашь мне сегодня бус, я твою М5 ему отдам. Ладно, давай, я уже готов все слышать. Ты же не знаешь пока. В смысле ты не знаешь? У нас, блин, у нас осталось час, чтобы я от тебя уехал. Убираем. Так, давайте без этих... Хорошо? Камеру вырубай. Камеру убери. Убери камеру. Как с ними работать, объясните. Камеру убери, заберу сейчас камеру. А вы классно, черная бэха тонированная, вы тут два таких ганста. Не знаю, сейчас разбираюсь. Ладно, хотя бы мне приблизительный расклад скажи, чтобы я вот на что-то рассчитывал. Какие сценарии у нас могут? Сценарии, контакты на форсунке поджали, ничего не помогло. Сейчас добавлю топливо, перепроверю насос подкачки в баке и тогда тебе все скажу. Хорошо, скажи мне самый легкий сценарий, который я могу делать. Насос подкачки в баке. Это типа $20 работа, там типа $20-30, да? Да, 200. Что? Бабки надо долго. Слушайте, как вот только купил себе М5, расценки больше до первого сервиса подорожали. Очень, деньги очень нам надо. Хорошо, худший сценарий? Замена форсунки. Одной. То бишь, это получается где-то 150 на круг. Ну что? Временные сроки. Я уеду сегодня к ночи в двух сценариях. Убери глаз. Нет, убери глаз. Это мой кореш, он помогает мне разбираться со всеми. Ава, хочешь я ему всеку? Ты, ну хочешь сейчас получить сейчас, нет? Не, я рад, что вы поднимаете настроение. Дай ему, ты пяту дай, который там стоит, хорошо? Ладно, ну серьезно, я уеду к ночи? Мы будем очень сильно стараться, чтобы уехать. Я вижу, как ты стараешься. Катаешься на BMW М5, а мою машину не ремонтируешь. Давайте я вам уже краткий обзор М5 хотя бы сделаю, тут пока стою. Ну, для настроения. О, смотри, нашел два. 2.20 нашел себе на ремонт уже. Ломал он тебя, деньги крадет. 2.2. А, он ушел. А что такого сидит, как-то непонятно вообще. Я тут сейчас буду 2 дня сиденья регулировать, чтобы залезть. Смотри, котик лежит, видишь? Где? Ну вот, короче, вот такая вот М5. Ключа нету, я вам не завел ничего. Коробочка. Ганста. Говно коробка? Мне не нравится. Ну ты ответь на вопрос, говно коробка? Нет, коробка хорошая. Ладно, у нас будет вообще отдельный обзор про эту тачку сделать. Если на повседнев гасить, то СМГ вполне себе очень даже. Ну, нож дёрганная трохи. Короче, будет отдельный обзор на эту тачку. Сейчас пошлите с Т5 разгребаться. А, так все! И Ситроен там пойди заведи еще. Сейчас дверь откроешь. А где ключ от машины? Машине. Не, так центральный. Он разряженный, тебе говорю. Накиньте. Накину-то все. Уйда! Гребаный бак. Посмотри. Володя. Володя, помоги, пожалуйста, нам. Так что получается? Как можно? Вот как можно? Вот как? Его надо пересобирать еще и под капотом. Там не закреплены ни бачки, все лежит на моторе просто. Покажите вашу бороду, вы недовольны, да? Пошли вы все жопу со своими багами, просто вообще просто Смотри, зато наш пассатик катается и тебя... Да что ты, я уже так жмякал. Не знаю, а что я могу сделать? Только тоже на ручку пожмякать. Ну что, обшивку мы так не сняли. Не, уверенности у тебя было, типа сейчас... Да потому что я вчера же за нее залазил, выходил, вылазил, заходил, ну. И как? Ну, работало. Все. А сегодня все не работает. В баге так всегда, но сегодня почему-то всегда не работает. Ты как бы ездил, понимаешь, а сегодня ты перестал ехать. Так слышишь, если я открою, то я буду директором СТО тогда твоего сразу. Да? Да. Ты сначала открой. Ты можешь потом... Ты согласен? Нет. Чего ничего не понял? Убери ту макосину эту отсюда. Да что ты так боишься? Она уже как тебе родная должна стать. Да, вот именно. А, это моя BMW даже здесь висит, блин. Я даже сразу не узнал, думаю, что за диски, думаю, колхозные на ней. Это корч, который мы поедем в путешествие. Тут пацаны кардан делают. Как тебе его цветовое решение, в принципе? Не зашло? На камеру? Да как есть, что ты паришься? Пойми. Может, у меня реально тебе в аренду просто из того взять и рабочих, мне дешевле будет? Не будет такого кадра. Не, я не спорю, кадр стоит этих денег, конечно, но... Короче, Володя, давай. Идете поцелую в макушечку. Открыли дверцу, сейчас зальем солярки, мы уже поедем. Катя, ты счастлива? Да.
А я как частный, капец. Так что там было, Вова, расскажи мне. Я же тебе сказал, что неправильно кросики собраны, значит, во вторую так же сделали. А, ты сейчас подкорректируешь все, где зашибиськи, да? Слушай, я так радуюсь, как будто он завелся. Это же просто первая стадия пока. То есть все же есть вероятность, что сейчас зальем солярки, он заведется. Итак, завод. Может быть, просто солярышка. Не солярочка. У нас так не закачается. Поставь там пуски. Не солярочка? Не судьба. Так что, Вова? Не любовь, вот, понимаешь? Потому что у тебя негативное отношение к вагу, он тебя отрыгивает, понимаешь? Не, это не топливо. Хочешь сказать, что вся система завоздушилась, да? И типа... Не, блин, что-то не то. Ну что, разбираем салон до бака ли? Ё-моё, ё-моё. Это ужас просто. Вова уже частушку для меня придумал. Ну спой частушку. Вак — это сила, вак — это класс. Вальдемар Вапл, вак для вас. Как смешно оборжаться. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, да? Вак — говно! Ну сколько это, полчаса? Я даже слово тебе не скажу. Полчаса? Нет. А сколько? Часа полтора. Ты гонишь? Да. Нет, ну не гоню, но да. Хорошо, а слушай, а мы можем, смотри, у нас сейчас два варианта, либо форсунка, либо там что-то в баке. Мы можем сейчас заказать две запчасти, и какая-нибудь подойдет, потом обратно вернем. Да, все быстро принесет, чего вы волнуетесь? Уберите этого гнома от меня! Что вы будете, он меня бесит, он будет сидеть. Короче, бак сняли, он, пацаны его что-то там промывают еще по пути. Не промывают, сейчас поедет на мой, на Passat, блин. А вот это, Passat продался, если нету Passat. Ну, он еще есть, но его нету. А это что, время? Да. Это какое время? Это то, что заливали с канистрами. А, короче, Давид, еще раз ты зальешь свой бус, блин, с канистры, я тебя найду. И найду. И найду просто, ну, короче. Все, найду. Вот что своим видишь насосом, если заливать всякую дрянь. Ладно, так что, мы, по-моему, заработали или надо купить новый насос? Ну, сейчас узнаем. Вы солярку слить хотите, да? Да. А, даже сэкономить немножко. Через марлю, чтобы потом ее можно было залить. Блин, как я просто... Я просто задолбался на этот буст тратить деньги, честно. Просто задолбался. Он мне этот проект настолько минусовой, что просто я мог, блин, не знаю. Я мог свою новую тачку полностью в самом лучшем детейлинг-центре обтянуть пленкой уже. Короче, ребята, смотрите, что у нас тут это. Вот у нас что. Проблема наша первая. И мы сейчас с бака... Выкачиваем всю солярочку через BMW-шный, да, наверное, моторчик, насосик, качаем солярку. Вот такого цвета у нас солярка. Ну, тут через канистрочки видно. Поедем мыть бак. Ой, солярку надо разжижить, кстати. Это добавление, возможно, присадок всяких. Да. Музыку громче сделай. Не, завтраские права убьют. Кусок грязи. Вообще, конечно, жопа. Смотри. Ладно, я поехал на мойку бака я. Насосы. Кася! 130 рублей фильтр и 90 рублей насос. Я сам. Я у тебя солярка спину. Вместе с баком получается все сделано. Че за мойку бака двадцатка? Блядь, рука застрял. А что такие фильтры этот новогод? Дешевле нету? Там и стоял, там и так фильтр. Это бензовоза какого-то. Это вак. Это фильтр, да? То есть вот все это время он потихоньку забивался, такой забился, все и не поехал, да? Давай порежем его пополам. Смотри, вот сеточка тебе сделал новую. Сеточку почистил? Новый сделал сеточку. Так может так поедет? Спасибо, что в трудную минуту поднимаете мне, конечно, настроение. Но можете мне просто сделать этот гребаный, блин, Т5, чтобы я поехал просто? Можем сделать позитив. Т5 не получится, ладно? Давай, скажи что-нибудь еще, скажи, давай. Куда? Циклоп? Да, циклоп. Все, кончился текст.
Что ты рот мой снимаешь, Я твой дом труба шатал. А может вам передавать не доберман сервис, а это самый черный сервис? Блин, опять сообщение в директ пошел разгребать, короче, там уже штук 30. Назад полчаса не заварим. Блин, смысле, я хотел сэкономить. Вот, так он разборный получается. Так а чего мы его разрезали, если он разборный? А че тут грязи нету? Вот грязь есть, получается. Так чуть-чуть грязи. Чуть-чуть? А тебе, недостаточно получается, да? Ну надо. Надо, чтобы прям грязь была. Не, ну по идее, все-таки он же типа должен защищать. Вот. Ну так типа сеточка все-таки работала. Да подожди, а зачем мы фильтр? Подожди. Так а зачем мы фильтр заказали? Он же мог без на этом фильтре поехать. Ты перекалываешься? Посмотри, что здесь. Это фильтрик, по-твоему, это уже... Он, видишь, как сосал? Уже скрутили его просто, понимаешь, бараний рог. Зачем мы, говорит, фильтр заказали? Для того, чтобы... Давление создавалось, оно скручивало. Давление, ты что делаешь? Чтобы имели форсуночки работали. Можем солярки не можем. Ваш кто? Пошел, понял? Я пошел. Все. Выгрузьте баки мне с Пассата. Ребята, если это видео наберет 1000 лайков, я выкуплю доберман сервис. Ну серьезно, что скажете? Не завелась? Все? Можно ездить? Или есть все равно подозрение? Есть подозрение? А что у тебя подозрение, слышишь? Начальника нету денег. А деньги? Ваш начальник научил меня говорить, что нету денег. И машины тогда нету. Какой машины? Какой машины? Мне машины не нужна, мне бус надо просто. И буса нет. Ой, не машина, а страдание. Столько стресса с ней, я уже... Видите, тут директор СТО решает, отдать машину видите ли или не отдать машину видите ли, а? Да. Короче, бус Вову слад забирать. Мол, форсунка, типа, она прогналась, и все будет с ней хорошо. И... Ох, как вовремя! Спасибо, Влад, ты молодец! И надо задний дворник собрать. Пойду соберу пока задний дворник. На, Илюха, снимай, пацаны. Я домой поехал, что снимать? Ты со мной будешь, останешься. Я домой поехал. Делаешь, Вова, лучше не лезь туда. Я тебя прошу, Вова. Да я все сделаю. Сейчас все через жопу пойдет. А можно мне головку на 10? Впервые вижу, чтобы ты работал. Я вообще-то работаю много. Пацаны, я не знаю, я хреначил, наверное, до лет 26, как конь просто. Да, кому ты будешь рассказывать? Не, ну руками я хреначил, наверное, до 20. Да, да кому ты будешь рассказывать? Когда я работал руками? Не, работал, я на стройке перед свадьбой, сколько я, наверное, полгода фигачил. И до 18 лет каждое лето на стройке дубасил. Это шутка. Видели, как он работает? Он говорит, дайте мне говорит, головку на 10, я тут постою. Вот так он всю жизнь работал. Да, конечно, я читал комменты. Купили этому буржую барбершоп, купили ему мустанга. Конечно, это с его руками все заработано. И вот этим животом стрессовым. Так и не скажешь. Знаешь, посмотрите фотки, когда я был на свадьбе. Я был... Ну, понятно, что я не говорю, что я был всегда худенький, но я был без живота. А потом что-то стресс. Сейчас смотри, чтоб стекло не чпоник. Илюха, иди ты. Ну, зная тебя, все возможно. Даже здесь. Подержи, там помоги, тут поднеси. Я не говорю, что я классный рабочий руками. Ребят, я об этом не утверждаю. Я не претендую на эту должность. Сейчас стекло не вытяни. На самом деле, только что я это все ставил, без шуток, без прикола. А Вова сделал, видите, что это он сделал. Почему я только что камеру отключил, чтобы пошел, ему лично это вставил. Вот скажи, что это неправда еще. Да, ты помог мне. Помог? Я говорю, только что тебе все вставил. Видео о том, как его стрессовал и прикручивал дворник. Ты уверен, что это так делается? Да. Я попрыскаю сюда всякого говна. Ух. Потом, в общем, если какие-то нюансы по бусу будут, знаете, это Вова напротачил. Ребят, на самом деле, я готов к хейту. Я верю, что там будет куча комментариев злостных. Но я вам скажу, что мне пофиг. Это грубо, но мне пофиг. Я проделал работы на чистую совесть. Здесь реально просто кучу работы на чистую совесть. И, наверное, я сяду, наверное, в этом видео в конце посчитаю, сколько денег мы сюда валились, и в каждое вот это все деньгами делал. Что, не привык свои ручонки пачкать, да, Вова? Не привык. Попшикать ему надо с баллончиком все.
Да какие приборы? Ладно, я без руки, хорошо, блин, пацанов тут все придумано, как это снимать можно. Ладно, на самом деле, может, ваки неплохие машины, просто все так совпало. Что? Не, на самом деле, моя мысль насчет вага, это не то, что плохие машины, мне они не нравятся. Может, ты себе еще купишь ваг? Дело в том, что ваги неплохие машины. Ты на вопрос просто не ответил. Некоторые... Просто многие машины ваги, они скучные. И фишка в том, что у нас боготворят их, вот в чем вся проблема. А так нормальные тачки, вот альтернатива даже Т5, на самом деле сильно ничего нету на рынке. За Б3 гоняются. Я тебя понял, ты купишь себе ваг. Начал хвалить ВАК, начал продавать Passat. Ладно, я купил себе уже ВАК. ВАК? Да. Что, Кодиак новую в максималке, как и говорил, да? Да, да. Какого цвета? Синего, может, этого, базовый цвет или не базовый? Синий базовый цвет. Блин, я так и знал. Сколько? $1050? Да, где-то так. Ну, максимальной комплектации. Я же говорил, ты приемный мне. Взял, додумался, купил ВАК. Молодец. Ваг Беларусь добавила тебя в группу. Кто? Конечно. Блин, извини, я не могу, я боюсь на лобаш надавить просто. Где я думал, ты как тут видишь? Чувак, я могу всечь. А дотянешься? Нет, не дотянешься. Спустя 40 минут. Ну не 40, ты уже преувеличиваешь. Ну 35. А может помочь ему чуть-чуть? Может. Я успел увернуться! А чего он надо выстрелить? О, посмотри глазом, что там? Я уже не буду разговаривать, не буду. А тебя захейтят, скажут, ты сломал. Блин, чуваки, можете хейтить, мне посрать, блин. Я сделал тачку, я хочу. О, дворник криво поставил, все, все. Все нормально. А мог и ниже, а мог и ниже. Ну что, сам сделал, да? Сам сделал, да? Да, 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 Вова, да? Да. В общем, 8:30 мы выезжаем. Едем на Black Star, мыть тачку и на выходных ее отдаем. Наверное, на этом видос закончится, собственно говоря, все. Это просто были мои эмоции и переживания насчет этого проекта. Решил с вами поделиться. Но я доволен. Вернее, пока я недоволен. Если Давиду понравится, я буду доволен. Доброе утро, ребятки. И на этом даже видео не закончилось. И догадайтесь, почему видео не закончилось. А потому что буст все новые и новые приключения. Во-первых, ну вы видели, что мы сломались, мы его задержали еще на один день, и так уже просрочили этот буст. Я уже написал Давиду, так и так, он, конечно же, возмущается, я его прекрасно понимаю. Сегодня день отдачи буса, а вчера вечером, знаете что, перестал работать стеклоподъемник. Взял такой, я не буду работать, и все. И это было столько нервов, где, что, блин, вчера до 10, не до 10, наверное, до 9 вечера сидели в темноте, в нем ковырялись, короче, разобрались. Вернее, как, было предположение, что вышел этот блок из строя, вон там он... Если видите, такая ерунда на нем пошла уже, цвести. И я до последнего, всю ночь сегодня, блин, с нервами, хоть бы, завтра это был блок. Поехал первым делом сегодня на рынок, еще ничего не открылось, на некоторых боксах зашел, нашел этот моторчик, $50 снова потратил, и сейчас его вставляем, он заработал, уже крутится, смотрите. Упс. Упс, вам плохо видно, наверное, да? И я такой теперь счастливый, что отлегло. Все, сейчас протру его и быстрее отдавать, и я все. На полгода тачки до прокачку не будет, пока от всего этого отойду, потому что нервов просто ужас, ужас. Ладно, давайте скручивать на него обратно. Пошли садиться в такси и поехали за тачкой. Офигеть! Вова, только не бей меня! Вова, только не бей меня! Это было не смешно. Короче, Т5 меня не отпускает. Прошло 6 часов, как мы отдали бус уже. Пишет мне Давид с новостью о том, что там вырезаны катализаторы. И я вообще сел в осадок. В смысле? Я... вообще просто в шоке, где и как я мог просрать катализатор, кто их мог стырить. Добермане вряд ли. Пока... просто вряд ли, блин, ну Вова бы это в жизни не ну, сделал. Ну Вова точно нет, ну типа рабочий может быть, но вряд ли какие-то рабочие его бы этим занимались бы. Вопрос только один. Когда она стояла на покраске, там рядом с ним, с покрасочниками, есть два парня. Они у нас машину как-то покупали, и они все эти катализаторы, давай вырежем, бла-бла-бла и всякое такое. Кстати же, этот Мерседес, на котором мы сейчас едем,
этому пример тоже. Два катализатора здесь вырезаны. Да, и они везде режут катализаторы. Только на них, может быть, есть, как бы, ну... Короче, едем сейчас туда на РКС. Короче, пока без комментариев. Слушай, подскажи, пожалуйста, катализатор же стоит за передними колесами, сразу там за коробкой, после двигателя, правильно же? Да. Сразу же, то есть получается приблизительно, где вот стойка дверная заканчивается, где-то там стоит, правильно? Да. Давай, наберу тебя еще, разбираюсь. В любом случае, не парься, я тебе, ну, либо, ну, неважно, кто это сделал, это мои вопросы уже разбираться. В любом случае, я либо тебе поставлю катализатор, либо отдам стоимость катализатора, тебе денег просто отдам. Сейчас я разберусь. Я просто его не хотел вырезать. Давид, подожди. Неважно, там, я это делал, не я, то есть я тебе все равно это не докажу, как бы это, ну, пофиг. Вопрос в том, что это вопрос, за который я был ответственен, понимаешь? И если я прощелкал, я должен с этим разобраться. Это просто, ну, как бы, ну, мужской поступок. Поэтому в любом случае я съезжать не буду с этого вопроса. То есть, кто бы там крайний не был, это мои вопросы найти крайнего уже. Просто, ну, я сейчас сегодня попробую разобраться, найти какие-то концы сообразить. Завтра утром узнаю, что там по стоимости. И с тобой завтра к обеду свяжусь, дам тебе информацию какую-то внятную. Ну, Давид, понятно, я могу только тебя просить не думать о том, что это я, понимаешь? Потому что, блин... Ну, я понял. Да я ничего напротив. Просто вот заметил это вот. Но ты, спасибо, что написал. Ну, в любом случае, мне надо искать крысу, потому что, ну, это же кто-то сделал, понимаешь? То есть мне надо все равно разобраться с этим. То есть, ну, в любом случае. Я тебя такой очень слезно прошу, пожалуйста, не думай, что я, ну, такой человек, то, что я у тебя стырил катализатор. Потому что мне в этой истории совесть просто загрызает. Послушай, я не думаю, я нормально думаю, просто тебе сказал. Но смотри, еще, Пластик, скорее всего, на станции остался. Я сейчас, кстати, туда еду, сейчас мы найдем пластика. Пластик это не вопрос. Я могу сам приехать, потому что я так посмотрел, еще не хватает, где крышка багажника, там вот этот внизу порог, тоже не хватает много чего. То... Хорошо, я услышал тебя. Давай, я тебе завтра в обед позвоню, окей, давай. Хорошо, без проблем. Без комментариев. Я просто... У меня уже просто истерический смех. Ладушки, ладушки. Блин, я не знаю. Вот я даже не знаю, что делать, понимаешь? Сейчас отдать 500 баксов своего кармана, ну понятно, ясно и красно, я отдам. Но вопрос, какая крыса? Где эта крыса? Я хочу найти эту крысу. Алло? Алло. Слышишь, Давид, меня? Алло. Да. Ты в Минск, когда в Минске будешь, обратно приедешь в Минск? Ну, я не знаю, на следующей неделе должен быть. Да. Смотри, я пока не нашел концов. В любом случае, я хочу тебе поставить катализатор. Смотри, приедешь в Минск, позвони мне. Я куплю заранее катализатор, он будет лежать на Дуберман-сервис. Они тебе вне очереди вкинут там, как бы, и в течение часа тебе поставят обратно катализатор, чтобы был, уже история, где там что, как бы, это я уже буду отдельно заниматься этим вопросом, как бы. Так что единственное, что там день в день не получится, ты будешь планировать, ну, за день позвони мне, и я, ну, мы впишем тебя туда. Я понял, да, все, да, все, давай на связи тогда. Добро. Спасибо. Короче, пацаны, я не знаю. Бэкстейдж так бэкстейдж получается. Просто поговорили со всеми ребятами, которые мы Мерседес купили, и... но они твердят, что это не они. Вполне возможно, я склонен этому верить, потому что, ну, он дешевый катализатор, я узнал, что он стоит 200-300 рублей. То есть овчинка выделки не стоит, я не думаю, что они попрутся там тянуть газовые баллоны, чтобы вырезать. Никита, это владелец РКС авто, я думаю, что он, когда он, я уже говорил ранее, что, я говорил, что причин не могу называть, почему он, ну, у нас была задержка покраски, у него были огромные проблемы там с родителями по здоровью, и он уезжал на 2 недели, его просто не было здесь вообще в Минске, он уезжал на родину. И я предполагаю, что, может быть, какой-нибудь его недовольный работяга взял и сделал эту вещицу. Блин, извините, пробка.
Это еще можно проверить. Вова с Doberman Service говорит, ну, гони, говорит, к нам буса. И мы, говорит, по сварке посмотрим. Там порог варили. И если сварка, работа одна и та же, грубо говоря, то все равно, может, сварщика по почерку можно определить. Понятно, что это не экспертиза, это такое чисто свое мнение, но посмотрим, порог вареный им такой же, как непосредственно катализатор. Похожая сварка или не похожая. Так что скандалы, интриги, расследования. Наверное, будет еще продолжение этой истории. А пока я просто...